Минус Фиписы. Здравствуйте. Но на самом деле с надписями это было читерство, потому что я их услышал за 3 километра. Ну это хорошо, ё-моё, чё со звуками? Я по чипсам прошелся. Ну, походу, да, походу, по сухарикам. Походу, ходим по сухарикам 3 корочки. Чё, где? Хуй знает. Где, да? На этом этаже, в самом правом углу дальнем. Вот я нихуя не вижу даже с фонариком. А... Миш, ты записываешь? Или что? Или что? Yes. Короче, воруем уголь ночью в шахте. Чё ночью? Воруем уголь ночью в шахте. Где свет того? Ну вот, да. Телефон? Чё, звонок? Телефон звонит. Пиздец. Оно в телефон позвонил. Бля. А, да? А где телефон? Ну все. Витя, рассматривали портреты? Рот ебал эту карту. Ты дверь открыл? Да. А что их рассматривать? Они что-то двигаться, что ли, будут или что? Просто если они будут двигаться, то я буду рассматривать. Если нет, то нафиг мне их смотреть. Ну, значит, чтобы жопа будет двигаться. Может, второй этаж? Я вот просто не выйду отсюда, если он меня убьет. Ну, если начнется охота, я просто даже не смогу выйти. У нас есть 5 минут, он не будет охотиться, а потом я хожу. Так, как там тебя зовут? Направленный микрофон. Shelly, are you here? Talk to us. Are you boy? Are you girl? Are you horny? Are you horny? Where bones? Ну, я смотрю, телефон снятый, на самом деле. Телефон с промтеста? Да, в комнате какая-то здесь. Да, talk to us. Are you here? Где телефон? Ну вот, вот это я не знаю. О, смотри, что я нашел. Прием. Куку Вуду, прием. Келли, talk to us. Are you boy? Are you girl? Are you angry? Are you male? Are you horny? Are you female? Please, is there a spirit here? Show me as a sign. Мне кажется, он тут. Господи, не выключай ты свет, не видно ничего. Ну я выключаю, чтобы пробки не выбило. Пон. Только я нифига не вижу. Даже вообще понятия, где комната. А чё Макс сказал, что про второй этаж? Это чё вообще? Да Макс сидит уже в гараже, наверное. Are you here? Talk to us. Макс, а ты где? Are you here? Talk to us.
Show me the sign. Give us the sign. Can we speak? Can we speak? Are you boy? Are you girl? Are you angry? Are you good? How old are you? Shelly. Give us a sign, Shelly. Can we talk? Can we speak? Короче, Макс живой, но он где-то заныкался и сидит в жрет сухарики, наверное, в одной лице. Понимаем. Он слева от тебя. Повернись налево. Не-не-не-не. Обойди вот эту стену справа. Не-не, да-да-да-да-да. Слева. Сидит. Делает вид, что он ФК. Да. Может, он правда ФК? Нет, смотри, поворачивается. Ну, значит, выключи ему свет, уйди оттуда, пускай сидит. Shelly, can we speak? Are you here? Может, поставить мысленный эксперимент какой-то? Ну, радио показывает, что что-то сигнал есть, она слышит, но она что-то ничего не отвечает. А где ее комната, я понятия не имею. Оставь Максима одного в доме. Пускай его мысленный эксперимент сделает ему мысленный эксперимент. А, она же отвечает только тем, кто один. А из-за того, что Макс в шкафу заныкался, она не отвечает. А, он в шкафу сидит? Да. Я когда дверь открыл шкафу, он взял, закрыл и развернулся. Он мне просто микро выключил. А, ну может быть. Это тогда понятно, почему он не отвечает. Потому что он сидит в доме. Ну, непонятно. Я не знаю, как это полностью механик работает. Может, и не так. Ну, типа, даже когда только одиночкам, знаки же все равно они дают какие-то. Ну, мы вообще, мы просто даже комнату не знаем. Или он в комнате ее сидит. Если охота начнется на 50, то это не тень. Ну, она вон активная даже. То есть тоже на тень не похожа. Ну и не охотится, тоже на демона, значит, не похоже. Я не понимаю, где ее комната. Не то чтобы уверен, но мне кажется, где-то на втором этаже. Либо где кукла Вуду, либо соседняя. Ну, как будто бы, может, и вторая, да, второй этаж. Не, можно пойти куклу Вуду просто подрочить, но просто сдохнем и все, типа... Ждем, пока у него шиза пойдет. А если на улице ее тыкнуть, она не тыкнется или не тыкнется? Не знаю, на толку будет от этого ноль. Говоришь? Не, ну прям фулл АФК. А чё говоришь, если бы картины двигались, было бы совсем страшно? Не, я говорю, что просто на них смотришь, именно жопа отваливается сам себе. Ну, какие-то сратые, типа там с детьми и
Семейный какие-то криповые. Дом сам себе ебучий какой-то, ничего не видно, блядь, эти деревянные. Но у него два выхода, кстати. Прикольно. Вот ты вот, видишь, вот два зеленых выхода. Активность 5 началась, кстати. Вот это хуйня, а как узнал? Как узнал, что? Чё за эксперимент? Дождаться охоты. Но охота не началась. Ну тогда ждём. Ты поговори с ней, господи, через оттуда, через шкаф. Себя. Может, она тебе нюц скинет? А камера у тебя? Да. Ты с ней в прон будешь снимать? Я уже зарегистрировался на OnlyFans, пока здесь сидел. Я сегодня купил типа паштет из крабов. Типа как крабовые палочки, только паштет. Наблюдайте за мной. Хорошо, идем за тобой. Да не идите, а наблюдайте. Наблюдаем. И чё? А как мы за тобой будем наблюдать? Через что? А. Через карту. Оно двигается, ничего себе. А, на... камеру? Так, наблюдаем. Ну здесь вот лампа просто туда-сюда моргает. И что? Ну ты в курсе, что ты в доме с призраками как бы, да? Да? Да. Макс, позадавай вопросы, господи, на втором этаже. Как раз таки все комнаты где-то был. Либо да, я зайду, я солюсь. Понял, позадаю вопрос, ведь как дела? Нам комнату надо узнать хотя бы. И туда все принести и начать куклу Вуду дрючить. Ты огонек ищешь? Да. Заебало, да что ты через сквозь дверь проходишь? Камера меня сейчас укачает. Криво держишь, выровни горизонт. Сейчас еще начнет вертикальное видео делать. Ну оно даже не охотится за тобой, понимаешь? Ноль, 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 блять, у него ноль. Может еще разозлить не успели или что? Я просто не знаю по механикам. Там охота? Нет. Нет. У нас ноль улика. Мы знаем только то, что она существует, и все. Бля, заебал. Походу Максу стал скучно играть. У тебя это? Где? У тебя дома? Да, вижу дым. Идем туда. Где это, блядь? А где ты вообще? Ты при входе, блядь. А, налево. Все, вижу. Все, понеси туда. Все. А дым что означает? Типа пар изо рта. Я призраки умеют пар изо рта оставлять? Нет, место, где она находится, просто оно холодное. Какова была цель эксперимента? Надо было себя до нуля довести. Не знаю, в итоге я довел или нет.
Вот, и походить. Тут и сыкло. Кто вышел из дома, тот сыкло. Оба. Начни охоту, начни охоту. Где кости, кости? Начни охоту, Шелли Дуглас, начни охоту. Витя, это ты, блядь? Нет, это охота началась. Я дверь трогал. Нет, охота была. Да я понимаю, но дверь кто трогал? Я не трогал. Прям вот пиздец, она дрочила дверь как не в себя просто. Вот щелк. А какой? Да я не знаю, да хуй знает вообще. Посмотреть бы хоть на интерфейс. Ты там пиздец. Она ёбнутая, она три ивента подряд мне сделала, а потом охота начала. Тут же. Надо посмотреть носовую, типа у меня сам сейчас по пизде уже идет. Стой, смотри, вот знаешь, где прятаться? Я понял, вот тут справа там ящики есть. Ну, типа две стенки такие, да. Давай.
Градусник я где-то кинул возле стола, типа, вот в этой комнате. Градусники нулевая температура, я по всей комнате походил, то есть, ну, не стоял на месте. Ну, он там валяется уже давно, тоже непонятно. Ну, хорошо, предположим, ЕМП-5 есть, я делаю ставку в 80-70%, что есть ЕМП-5. Я также ставлю, что радиоприемника, скорее всего, нет, предварительно, это мало процентов, но как будто бы его нет. Минусовая температура, предположим, ну вот 0 считается минусовой, нет же, правильно? По идее, нет. То есть тоже как будто можно зачеркнуть, да? То есть у нас Горё, Абак, Райдзю и Мюллинг. Понять бы, какой из дверей оно тыкало, чтобы хоть ультрафиолет, блядь, тянуть. Смотри, Горё будет прятаться от камер, если рядом кто-то есть. Насколько рядом? Вот я был там, да, рядом с камерой в теории. И ты говоришь, она ногой встала на камеру. Да. Вот нас как вот это как работает? Хуй знает. Горё. Ультрафиолет у Горё типа должен быть. Лазерный проектор. А где блокнот? Не знаю. Вить, ты тут? Да, тут. Ты знаешь, где блокнот? Кинь один раз в меня, если знаешь, и в Максима, если не знаешь. Знаешь. Пойдем, показывай. Где фонарь? Да, надеюсь, он не на втором этаже.
хуй трогаешь, блять. Чего? Это ты трогаешь как черт эту ручку ебаную. В блокноте нет ничего. Нихуя. Такое ощущение, что вообще ни одну дверь не трогал. Иди, выйди из дома. Чего? Выйди из дома, я попробую радиоприемник Чё, черкани в блокноте, слышишь? Черкани в блокноте, сделай что-нибудь, дай знак, 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 дай знак. Кто не даст знак, тот черт. Шерри Дуглас, дай знак. Серина вообще нихуя не делает. Она дверь потрогала. Нихуя она не пишет. Да хуй знает уже, честно говоря. Слева где-то вот там. Давай пойдешь. Привет. Ну блять! Ну я не успел.
отсюда смотреть, я хочу сказать, атмосфера достаточно. Да ладно. Когда тебе не надо об эту темноту ломать глаза, и когда ты видишь, как она ходит, выглядит прикольно, на самом деле. Не, это прикольно, но только никакого саспенса, ничего нет, знаешь. Тут другой вопрос, что она даже ничего не делает. Ни по дотам нет, тут дом неудобный, хочу сказать. Тут не дот нормально не поставишь. Этот, как тебя там, Макс? А вот иди посмотри, там свет есть на этих штуках? Ой, да, надписи на блокноте. Нет. Я твою дверь, знаешь как, наоборот вертел, понятно? Дай знак. Ну, другой знак. Чё? Ну, типа... Кто это тогда, как думаешь? Дай, ну... Вот ему и знак. Иди нахуй просто. Ебанутая. Блять. Че, все умерли? Да. Сам себя душит.